Накануне в Севастополе установили мемориальную доску в честь нашего земляка, уроженца Порецкого района, контр-адмирала Михаила Бочкарева. Во время Великой Отечественной войны он оборонял Москву и Заполярье, участвовал в наступательных операциях, а после служил на Черноморском флоте. 3 декабря ему исполнилось бы 100 лет. До этого дня он не дожил всего 2 года. Памятную плиту установили на здании, где раньше располагался штаб тыла Черноморского флота и работал Михаил Павлович. Военному делу Бочкарев отдал больше 40 лет. Был удостоен ордена Красного Знамени, 2 орденов Красной Звезды и других боевых наград. Это, наверное, самый важный день в нашей жизни, в жизни нашей семьи. Потому что Михаил Павлович был большим патриотом России и российского флота. Он очень любил всех людей. С инициативой установить памятную плиту выступило Севастопольское чувашское национально-культурное общество. Идею поддержала Севастопольская региональная общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, в деятельности которой принимал участие еще один наш земляк – сослуживец Бочкарева Аполлон Петров. В эти дни он как раз гостил у своих родственников в деревне Яныши Чебоксарского района и сегодня улетал обратно в Севастополь. В Чебоксарском аэропорту с офицером в отставке встретился глава Чувашии Михаил Игнатьев и лично выразил слова благодарности всем, кто внес вклад в увековечение памяти нашего земляка. Отмечу, Михаил Бочкарев вел разностороннюю военно-патриотическую работу, делился своим опытом с молодежью. Он написал 6 книг. Кадетский класс Порецкой школы носит имя военачальника.